Глава областной автоинспекции Андрей Сироткин прокомментировал грядущее появление в Ярославле платных парковок. По мнению руководителя управления ГИБДД, этот проект должен быть тщательно проработан и направлен на решение проблемы транзитных транспортных потоков в центре Ярославля. Также Андрей Сироткин рассказал, что в госавтоинспекции внимательно отслеживают действия городских властей по нанесению новой парковочной разметки, рассматривая обращения граждан на сей счет. Часть нанесенных линий уже признана несоответствующей правилам. Представления ГИБДД направлены в мэрию. По тем местам, где мы сегодня видим явное нарушение применения разметки, вот, мы внесли представление в мэрию города Ярославля о ликвидации этих мест. Вот, мною проинформирован прокурор города Ярославля по этой тематике. Мы будем в рамках тех полномочий, которые нам предоставлены, конечно, и дальше отслеживать.